Друзья, привет! В этом видео я расскажу о непростой военной судьбе Германа Угрюмова, знаменитого руководителя оперштаба на Северном Кавказе, заместителя директора ФСБ страны в начале 2000-х годов. На его счету Бараев Радоев Абу Умар. Герман Угрюмов начал службу в органах КГБ в 1970-е годы. Отметился как высочайший профессионал еще до Чечни. Так, в начале 90-х именно Герман Угрюмов блестяще провел операцию по быстрому перебазированию всей Каспийской флотилии из Баку в Астрахань. А в 98-м году сумел освободить захваченную вооруженным террористом атомную подводную лодку Северного флота. Герман Угрюмов руководил так называемым вторым департаментом ФСБ, в чьи полномочия входит защита конституционного строя и борьба с терроризмом. В 1999 году Герман назначен был руководителем Центра специального назначения ФСБ. Под его началом оказались знаменитые подразделения «Альфа» и «Вымпел». «Альфа» тогда активно работала в Чечне. Ее бойцы приняли участие в освобождении Грозного в начале 2000-х. А затем взяли живыми сразу нескольких полевых командиров, в том числе самого Салмана Радуева. Герман Угрюмов, кстати, его лично доставлял в Махачкалу, а затем и в Москву на допросы. Кроме того, именно Герман Угрюмов провел масштабную спецоперацию по мирному взятию Гудермеса, тогда второго по величине населенного пункта Чечни. Неудивительно, что за голову Угрюмова боевики назначили астрономическую награду 16 миллионов долларов. Против него готовилось несколько покушений, которые Герман Угрюмов, впрочем, сам же и предотвратил. Герман все это время неотлучно находился в Чечне, лично руководя спецоперациями своих подчиненных. Нередко и сам выезжал непосредственно на передовую. За его огромную физическую силу и вместе с тем добродушие подчиненные дали Герману Алексеевичу прозвище «Океан», ставшее его позывным. Также за честность и справедливость Угрюмова прозвали «Батей». Герман Угрюмов жил и дышал работой, никогда не имея права жаловаться на здоровье. Хотя было на что. Из-за чудовищного напряжения у нашего героя просто не выдержало сердце. В это время Герман Угрюмов 24 часа в сутки работал над ликвидацией одних из наиболее одиозных полевых командиров Ичкерии Арби Бараева и араба Абу Умара. Блестяще подготовленная операция была проведена в мае 2001 года подчиненными. Увы, без его личного участия. То, что сейчас Чеченская Республика – один из наиболее мирных и безопасных регионов России, огромная заслуга в том числе и адмирала Германа Алексеевича Угрюмова. Друзья, если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментарии ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.